Ката. Кумите ограниченный контакт. Кумите полный контакт в средствах защиты. Эти японские слова с уточнениями – дисциплины, которые объединила в себе всестилевое карате. Вид спорта для Омской области молодой, но региональные чемпионаты первенства собрали 8 октября в Центре олимпийской подготовки «Авангард» около 300 спортсменов. Сегодня на чемпионате первенства Омской области к нам приехали наши друзья, партнеры из Новосибирска. То есть поучиться, так скажем, этому новому виду спорта, показать тоже свое мастерство. Ну и, соответственно, это все делается для того, чтобы в дальнейшем этот вид спорта более развивался и приобретал, так скажем, ну, мощность. Турнир проводится первый в этом учебном году такого как бы ранга. Вот. Но хочется отметить, что есть дети очень хорошо подготовленные и спортсмены тоже. Вот. Ну и я думаю, что у них есть все шансы стать победителями, призерами всероссийских турниров, первенств России и, возможно, даже чемпионата России. У нас уже в Омске есть один серебряный призер чемпионата России. Ну вот, надеемся в этом году улучшить этот показатель. Самые юные участники турнира к соревнованиям подходят очень серьезно. И, пожалуй, выполнить упражнение в дисциплине ката им гораздо проще, чем выразить свои эмоции от победы. Мне очень радостно победить здесь, на этом соревновании. Карате для детей – это система общего физического и духовного развития, которая содержит в себе элементы боевого искусства. Воспитание сильного и крепкого духа, способного преодолеть себя и свои слабости, препятствия и трудности, встречающиеся на тренировках, а затем и в жизни. И нет ничего удивительного в том, что участники соревнований уже в 6 лет знают, для чего пришли в этот вид спорта. Почему этот вид спорта тебе нравится? Потому что военные выступают, а я обожаю военных. А почему ты хочешь стать военным? Чтобы защищать мир. Эли Мироновой 11. В карате пришла по примеру старшей сестры. Бойкая и рассудительная, в этом году она улучшила свой результат. Заняла 2-е место. Первый раз на соревнованиях было сложно, я волновалась. Вот эти соревнования уже были легче, я расслабилась. Первый раз, первый бой у меня прошел сложнее, я разогналась, было сложно довольно. А второй бой я расслабилась и усвоила новую тактику, что дать пару пощечин себе и ниже пояса, и вот победила. Жаркими и зрелищными получились поединки в дисциплине кумите «Полный контакт». На татами ребята демонстрируют свои навыки средств защиты. Добавляем сюда юношеский задор и азарт, получаем яркие соревнования. Значение они имеют большое, чтобы можно было обороняться в дальнейшей жизни, чтобы можно было применять разную технику против, например, каких-нибудь людей, которые бьют тебя, ты можешь защитить себя.